Дети из Наурского района в минувшую пятницу побывали в горнолыжном курорте ЦЭИ Северной Осетии. Оценить зимние виды спорта, катание на лыжах, сноуборде, свежий воздух и красоту Цевского ущелья смогли 8 детей-сирот. Выезд в горнолыжный курорт был осуществлен уполномоченным при президенте по правам ребенка Татьяной Цхавребовой и президентом Федерации горнолыжного спорта Лерри Тедеевым. Финансовые средства организаторам были выделены из президентского фонда. Поездка была организована на один день. Я давно слежу за деятельностью Лерри Тедеева. Я вижу, как он активно возит детей. Это разные дети, которые-то и дети-сироты, и нуждающиеся дети, из неблагополучных семей. И у меня была к нему просьба забрать детей со Знаурского района, потому что они редко бывают где-нибудь. Это были дети-сироты, которых мы выбрали. И Лерри сам же организовал их поездку, что надо было, как надо было, транспорт был организован. Органы со слем кутом лежат по кустам всем индивидуально. Имбал тима, исмам инструктор та. Отца кутом нас имя по кустам джах. Уде на феста может стам. Ма, офта святим олхота кусам байдом, кот не был офта. Горнолыжная экипировка юным экстремалам была предоставлена Федерацией горнолыжного спорта Южной Осетии. Дети выехали в 7 часов утра в сопровождении ГАИ. После обучающего процесса дети своими силами попытались покорить не слишком легкие склоны горнолыжной трассы, попутно синяками и ушибами получая новые впечатления. Татьяна Цхавребова отметила, что без ушибов эта поездка не осталась и для нее, так как это было ее первое знакомство с зимними видами спорта. Но, разумеется, никакие травмы не смогли перекрыть радость от счастливого вида детей. Конечно, это были эмоции, восторг, смех. И я видела, как инструктора работают с каждым ребенком. И я вот хочу повториться, большое спасибо. То, что вот каждому ребенку было уделено особое внимание, особый был подход. И когда уже мы закончили все, когда уже был закрыт канатная дорога, вообще было холодно, я обратилась к детям, ко всем, я говорю, ну как дети? И они, конечно, немножко взгрустнули, что как бы все закончился день, больше как бы не будет, но они очень хотят еще раз приехать, повторить свои уроки, свои занятия. Конечно, Лерри возит и детей, других тоже, которые тоже заняты этим будут. И хотелось бы, чтобы у нас был такой спорт. Организаторы также отметили теплое отношение руководства курорта к детям из Южной Осетии. По большей части это заслуга самих детей, их вежливости и усердию. Федерация горнолыжного спорта была создана в 2016 году и за это время добилась больших результатов. Слон тут в яшерму табия охота на фекасе мочистам на хили жота истам на хиботни гота мана им дерсте халафта печоткита ну куда куда канез ол хотта пошан салата маса бсулта на вен байдо эми виду мана قرب سلطة زيني بسلطة زنفان بويدو ما يا بايتو موت اشتمل كتو ما خطي قولش در اشامي سفل موسوزو اشامي موسخل جوي Мене молчи, ти хеј на молче да рис пошисто. Ну, конечно, што дадете мене кам бидо, фала се мене бухаскен сте, може, може се на фесту, што мене кава, не не фокен бидо, мене шлем та, не не фокен абсолта, халаф та. На цофта, снакс та, што ми кани сте, што ме оло се валуван да јахи розмиро. Ближайшую пятницу Лерри Тедеев планирует отвезти на горный курорт детей-сирот из Заузской школы-интерната. Эльвира Тибилова, Сарман Кузитаев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня.